Наталья и Алексей встречались уже несколько месяцев. Их роман развивался стремительно, чувства были взаимны. Наталья мечтала о семье, но боялась пугнуть Алексея разговорами о семейной жизни. Наши планы в силе? Мы идем на колесо обозрения? Лёш, я очень хочу пойти, но я боюсь, на работе застряну. Наталья Филатова, 25 лет, дизайнер, не замужем. Слишком поздно освобожусь. Мы что, опять не увидимся? Алексей Егоров, 27 лет, архитектор, не женат. Я не могу так долго без тебя. Наташ, я хочу видеть тебя каждый день, поэтому... Вот. Это тебе. Если ты готова, конечно. Ты можешь? Я хочу, чтобы мы жили вместе. Лёш! Ты снял квартиру! Нет, зачем? Мы будем жить с моей мамой. С мамой? Да. Лёш, но я не хочу жить с твоей мамой. Подожди. Что ты имеешь против моей мамы? Ты ее даже не знаешь. Я тебе предлагаю начать жить вместе, стать членом моей семьи, а ты... В общем, ладно, проехали. Лёш! Лёш! Лёша, подожди! Лёша, подожди! Наталья очень хотела выйти замуж. И когда ее жених Алексей предложил съехаться, Наталья обрадовалась. Однако Алексей предложил жить им вместе с его мамой. Наталью это категорически не устраивало. Она решила проконсультироваться с психологом. Да, у меня с мужчинами как-то не очень складывалось. Все какие-то не те попадались. У меня все уже подружки замуж вышли, а я все никак. Поэтому я, когда Лешу встретила, поняла, что он идеальный муж. Правда. Что прям-таки идеальный. И вот, то есть, даже без какого бы то ни было «но». Он очень любит свою маму. У него прям как будто свет клина на ней сошелся. Как же ты вкусно пахнешь. Прости, мне срочно нужно бежать. Что случилось? Маме нехорошо, просил приехать. И так постоянно. Но если бы ей действительно было плохо, я же не зверь, я все понимаю. А так все время по каким-то пустякам. Погодите, я пока не очень понимаю. А вы что хотите-то в этой ситуации? Чтобы Леша маму начал любить меньше? Или чтобы он вас стал любить больше? Да нет, любит он свою маму, пускай ее любит, я только рада. Но вместе-то жить зачем? Леша зарабатывает хорошие деньги, у него есть средства для снятия квартиры. Но ему принципиально жить с мамой. А я хочу свой дом, я хочу быть хозяйкой. И вот как мне ему объяснить, что молодые люди должны жить отдельно? Почему вы уверены, что все молодые люди непременно должны жить отдельно? Это ведь только один из вариантов. А у Лёши в голове другой. И почему он должен отказаться от того, что считает правильным, ради того, что вы считаете правильным? Почему не вы, например, должны это сделать? Наталья решила посоветоваться со своей подругой и коллегой Кристиной. Боже, ты представляешь, я просто была в шоке. И в итоге сейчас он меня игнорирует, он на меня обиделся, и я-то себя чувствую виноватой. Но ты меня знаешь, я через себя переступить не могу. В смысле ты чувствуешь себя виноватой? Какие вообще нормальные люди с родителями вместе живут, я тебя умоляю. Кристина Синицына, 26 лет, контент-менеджер, не замужем. Я, если честно, такого от Лёши не ожидала. А ты прикинь, ты ни в трусах не можешь по квартире пройтись.
ни тусовку устроить, ни вечеринку, ничего. И помимо всего прочего, она еще будет тебя допекать разговорами, вопросами, жизни учить. Вот. Слушай, ну мы же не знаем, может, она нормальная тетка. Ты не знаешь, а я знаю. Они все хорошие, пока мы раз в месяц к ним в гости приезжаем. А когда ты живешь со свекровью бок о бок, это воплощение ада. Ну ты что, не помнишь, как я со своей мучилась, пока мы с Андрюшкой не съехали? Да ж. Вот. Слушай, ну а как мне его уговорить квартиру снять? Ну, скажи, что ты мечтаешь использовать все общее пространство для осуществления своих самых смелых фантазий. А то придется только ночью, только в спальню и только очень тихо. Нет! И никакого там тебя. Не-не-не-не-не-не, не надо точно снимать квартиру. Я бы тоже отказалась от такого варианта. Наталье стало ясно, что она слишком сильно любит Алексея и не готова с ним расстаться. Наталья поддалась на уговоры любимого и пришла знакомиться с его мамой. Ну что ж, дорогая, так долго не приходила. Я ждала. Ольга Викторовна Егорова, 52 года, домохозяйка, разведена. Да все как-то не получалось. Мам, ну брось, вот же мы пришли. Я очень рада. А, вот. Красавица! Ну, просто красавица! Повезло моему сыну. Спасибо большое, Ольга Викторовна. Ну, Светочка, зачем же так официально? Мы же родные уже. Ой, я так рада, что ты пришла. Побежала чайник ставить. Ну, вот тут это. Наталья любила Алексея и очень хотела выйти за него замуж. Поэтому она очень обрадовалась, когда Алексей сделал ей предложение. Однако выяснилось, что молодая пара должна жить с матерью Алексея, Ольгой Викторовной. Наталья категорически не хотела этого. Она была убеждена, что молодым лучше жить отдельно от старшего поколения, пусть даже в съемной квартире. Алексею удалось уговорить Наталью, и она пошла знакомиться с будущей свекровью. Каково же было изумление Натальи, когда Ольга Викторовна обрадовалась ей, сказав, что давно ждала и назвала Светой. Я с ней жить не буду. Ну, потому что вот этот весь кошмар я себе даже представить не могла. Да в чем дело-то? Она исчадие ада? Да нет, дело не в этом. Просто, ну, я теперь не знаю, как выходить из этой ситуации. Сколько ты баб сюда водил, что твоя мама одну от другой отличить не может. Я ухожу. Светуль, я тебе побольше кусок кладу. Ты такой торт любишь, я помню. Угу. Да подожди ты. Наташ, Света – это моя бывшая жена, с которой мы развелись уже давным-давно. А мама моя, кажется, сходит с ума. Ну, у его матери болезнь Альцгеймера. И она думает, что я – это Света, бывшая жена Лёши, которая вернулась. И она со мной любезна, мила. Но ведь это не со мной, а со Светой. Я не могу быть Светой. Ну что ж, во всем этом есть хотя бы один плюс. Теперь вы понимаете, почему Алексей хочет обязательно жить вместе с мамой. Я-то понимаю. Но как мне жить в одной квартире с психически больной? Я ведь не собираюсь снимать квартиру. Я собираюсь семью строить, детей рожать. И как мне детей рожать в квартире, где умалишенная женщина? Наталья, а теперь попробуйте также здраво посмотреть на то, чего в этой ситуации хотите вы. Чтобы Алексей махнул рукой на больную мать и ушел бы жить с вами? А вы после этого будете уверены в том, что он надежный человек, с которым вот точно и в горе, и в радости? Подумав, Наталья поняла, что должна хотя бы попытаться поддержать Алексея в его беде. Наталья переехала к Алексею. Ольге Викторовне с каждым днем становилось все хуже. Ей нужен был постоянный уход.
Наталье пришлось отказаться от офиса и перейти на удаленную работу. Привет. Наталья прислуживала свекрови целыми днями. Прошло 2 недели. Это тебе. Наталье была приятна забота Алексея. Спасибо. Она чувствовала его благодарность и понимала, что ее труд им оценен. Прошло несколько дней. Наталья была прикована к будущей свекрови. Ольга Викторовна постоянно что-то требовала, и Наталья с трудом успевала исполнять ее прихоти. Ольга Викторовна, вы сегодня и завтракали, и обедали. Так, так. Вот ваш свекольник. Открывайте рот. Ну? Ах ты дрянь! Вот я дура! Змею в своем доме пригрела! Что случилось, Ольга Викторовна? Что происходит? Да Света твоя свекольник мне в рот пихает. Знает, что на свеклу у меня аллергия. Я ей говорила, так она специально, чтобы я померла. Лёш, да, она мне ничего не говорила про аллергию. Она сама этот свекольник требовала, Лёш. Значит так, теперь все, что будешь давать маме, сначала фотографируешь, отправляешь мне, ясно? Что? Что? Все хорошо, слышишь? Все хорошо. Через несколько дней Алексей пригласил Наталью на корпоратив к себе в офис. Наталья купила красивое платье, а Ольга Викторовна неожиданно предложила помочь и погладить его. Свет, какая ты красивая. Спасибо. Я сейчас платье принесу. Угу. Так, а вот с этим галстуком нормально будет посмотреть? Да, все прекрасно, давай поправлю. Подожди, я такое себе платье купила, ты просто обалдеешь. Ольга Викторовна, вы что сделали? Красиво, правда? Так гораздо лучше стало. Ольга Викторовна, дайте же теперь только полы мыть! Света, прости. Я думала, тебе понравится. Я как лучше хотел. Мам, тише, тише, не плачь. Мам, все хорошо, мам. Она больной человек. Ее пожалеть надо, а не кричать на нее, тем более с такой мелочи. Мам, ну перестань, мам. Наталья разозлилась и не захотела оставаться с Алексеем. Наталья решила переночевать у подруги, успокоиться и все обдумать. Алексей не звонил весь вечер. Леш. И в течение всего следующего дня. Наталья понимала, что отношения рушатся, и решила сама приехать к Алексею, чтобы поговорить. К ее удивлению, в квартире не было ни Алексея, ни Ольги Викторовны. Наташа, ты здесь? Да. Привет. Привет. А где Ольга Викторовна? С ней все в порядке? Слушай, я отвез ее в пансионат, такой дорогой дом для престарелых, где знают, как заботиться о людях с Альцгеймером. Слушай, мне очень жаль, что с тобой все так получилось. Я не хотел. Я люблю тебя. Леша, я тоже тебя люблю. Наталья была счастлива. Наконец-то Алексей снял с нее неподъемный груз обслуживания Ольги Викторовны. Наталья была уверена, что теперь-то они с Алексеем смогут жить спокойно. У Натальи с Алексеем все было прекрасно. Они наслаждались каждой минутой вместе. Прошло 3 недели. Наступил день годовщины их знакомства. Наталья решила отметить его дома и ждала Алексея с работы. Для него это должен был быть сюрприз. Сюрприз! Ого! Светочка, я тебя тоже рада видеть. Сколько вкусностей. Я сейчас руки помою и вернусь. А чего ты с мамой? Ну как, ее хорошо подлечили, теперь тебе будет с ней намного проще. Мы же одна семья, теперь снова все вместе. Какая ты мне все-таки красивая, безумно. А что мы празднуем? А, я сейчас.
Наталья поняла, что лечение в пансионате было организовано не для того, чтобы она перестала быть служанкой будущей свекрови. Алексей думал только о маме. Она получила медицинскую помощь, и теперь Наталья снова должна на нее работать. Терпение Натальи кончилось. Она решила уйти от Алексея. Через два дня Наталья должна была переехать к подруге Кристине. Алексею она решила до последнего ничего не говорить. О, так, а где чемоданы? Я такси заказала, мы с тобой вдвоем твои вещи не утащим. Кристина, я не поеду. В смысле? Ты что, другое место нашла? Я с Лешей остаюсь. Наташ, он со своей матерью на тебе, как на кобыле, ездит. Тебе это зачем надо, а? Я не могу уйти. Я беременна. Что? После возвращения Ольги Викторовны из пансионата Алексей стал агрессивным и постоянно обвинял Наталью в плохом уходе за своей матерью. Наталье никак не удавалось улучшить момент, чтобы рассказать о беременности. Она боялась уже не только будущую свекровь, но и своего любимого мужчину. Ой, да, Лариска, не говори, сама такая же. Да пью я лекарства, пью, но все равно сердечное скачет. Ну, конечно, от нервов, а чего еще? Да надоел мне этот спектакль с маразмом играть, сил уже нет. Да не могу я, ты чего? Альцгеймер так Альцгеймер. Мне еще приходится что-нибудь про него читать так, чтобы никто не видел. А то вдруг не то, что-нибудь изображу. О, песня будет, а! Наталья и Алексей любили друг друга и хотели строить семью. Единственным условием Алексея было то, что молодая пара должна жить с его матерью, Ольгой Викторовной. Оказалось, что у будущей свекрови Натальи болезнь Альцгеймера. Желая помочь Алексею, Наталья начала ухаживать за Ольгой Викторовной. Ольга Викторовна изводила Наталью. Однажды Наталье все надоело, и она решила уехать от Алексея. Однако поняла, что беременна. Прежде чем Наталья успела рассказать Алексею о своем положении, она узнала, что Ольга Викторовна абсолютно здорова. Она совершенно здорова. То есть, все это время она над нами просто издевалась. А вы уверены, что над вами обоими? Уверена, что Алексей ничего про это не знает? Да я даже поговорить с ним об этом не могу, мне просто не поверит. Кристина посоветовала самой разобраться с Ольгой Викторовной. Светочка! Я не Света. И вы прекрасно об этом знаете. И нет у вас никакого Альцгеймера, вы нас обманывали все это время. Ну и? Вы все расскажете Леше. Или я ему расскажу. Наташенька, неужели ты думаешь, что он поверит тебе? Я ведь беременна, а Леша до сих пор об этом ничего не знает. И как мне с ним об этом поговорить? Да поговорить-то вы можете. Только не факт, что это приведет к чему-нибудь путному. Тут, боюсь, его мама права. Но у нас же будет ребенок. Может, он изменится? Да почему это должно произойти? У вас же есть главный ребенок. Это мама, да еще и больная. То есть я ничего не смогу сделать? Ну, изменить-то Алексея вы точно не сможете. Зато вы можете попытаться сделать так, чтобы вам вообще ничего не пришлось ему рассказывать. Но ведь может же так случиться, что он сам столкнется с тем, что его мама отчаянная врушка, правда?
Наталья решила сделать так, чтобы Алексей сам узнал об обмане матери. Наталья делала вид, что ее абсолютно все устраивает. Алексей тоже смягчился, и, казалось, их отношения с Натальей стали такими же, как и прежде. Так, сейчас подожди, я только маму проверю. Мам? Мам, ты как? Мам? Мам, стой! Мам, ты чего? Мам, ну-ка. Что случилось? Да я же балкон перед выходом проверяла, он закрыт был. Врет, она специально его открыла. Да она нас обманывает, Леш. Это смерть за мной пришла. Да вы ненормальная. Что ты сказала? Ненормальная она. Скорую, скорую вызывай. Да я беременна, вызывай. Алло, скорая? Срочно бригада нужна. Девушка 25 лет, беременность на раннем сроке. Падение, боль в животе. Да, записывайте адрес. Врачи сумели сохранить беременность. Наталья пролежала на сохранении 2 месяца. Алексей приезжал к ней в больницу каждый день. Они с Натальей помирились. Наконец, Алексей забрал Наталью из больницы. Наташ, в этом подъезде наша квартира. Я купила ее специально для нас. Леша, это же здорово! Наталья была счастлива. Наконец-то Алексей понял, что жить им нужно отдельно. Здравствуй, Наташа. А что вы здесь делаете? Наташа, если мы с тобой не помиримся, нам тяжело будет жить вместе. То есть ты привел меня сюда сказать, что мы будем жить вместе с твоей мамой? Наташа, ты как будущая мать должна меня понять. У Леши уже был один неудачный брак. Я придумал этот спектакль, чтобы убедиться, что бы ни случилось, ты его не бросишь. Наташ, ну, мама уже из добрых побуждений. И почему я решила, что ты нормальный мужик? Это еще хуже, чем твоя мать. Пошли вы оба. Наташ. Наталья больше не встречалась ни с Алексеем, ни с его мамой. Она родила дочку и стала растить ее сама. Понимать причины и следствия всего происходящего, конечно, очень важно. Но понимание этих причин само по себе еще ничего не меняет. Вот, например, Наталья. Она была совершенно уверена, что их отношениям с Алексеем мешает только присутствие в их жизни мамы Алексея. Ну, женщины, конечно, своеобразные. Ну что ж, понятие «маменькин сынок» никто не отменял. Многие мамы именно так и воспитывают сынков и дочек с определенными параметрами. Ну а как иначе обеспечить себе пресловутый стакан воды в старости? Вот и мама Алексея. Она еще в детстве придала своему сыну вполне определенную форму, такую, как ей было нужно. С годами форма затвердела, и получился вот такой Алексей. Такой, какой был нужен его маме. Таким он и встретился с Натальей. И что бы изменилось в их отношениях, даже если бы мамы рядом не было? Все уже было сделано. Жанна гордилась своей семьей. Она уже много лет жила с мужем, но теплота и любовь в их отношениях оставалась такой же, как и в молодости.
Спасибо. Номер неизвестный. Опять, наверное, реклама. Жанна Викторовна Мартынова, 51 год, преподаватель вуза, замужем. Как же они надоели. Алло. Ну говорите, чего вы там дышите? Ваш муж вам изменяет. Кто это? Это не важно. Вы меня не знаете. Николай Семенович изменяет вам со своей продавщицей Викой Зиминой. Что-то случилось. Николай Семенович Мартынов, 54 года, владелец цветочного магазина, муж Жанны. Жанну так встревожил анонимный звонок с известием об измене мужа, что она никак не могла успокоиться. Жанна обратилась за онлайн-консультацией к психологу. Я уверена, мой муж нравится женщинам, но я всегда ему доверяла. Коля за все 32 года, сколько мы вместе, ни разу даже повода не дал мне ревновать. Обычно жены чувствуют измену. Тогда почему вы сразу поверили этому звонку? Или муж все подтвердил? Я ничего ему не сказала. Решила сначала проверить. Опять накладная не подписана. Николай Семенович, ну я спешила, чтобы заказ ускорее стать. Виктория Зимина, 23 года, продавец. Не замужем. Даша, ты уволилась, так я теперь одна. А если товар не досчитаешься, кто платить будет? Так я думала, если поставщик постоянный, то можно поверить. Все непостоянные пока не кинут. Я ничего такого между мужем и этой продавщицей не заметила. Вроде чисто рабочие отношения. А вдруг они умело скрываются? Я до этого никогда не спрашивала, куда и зачем он уезжает. А после этого звонка все проанализировала и поняла, что он все время куда-то отлучается без повода. В общем, я продолжаю подозревать мужа. Цепляться к нему начала. Так. И что же должно стать результатом нашего с вами разговора? Вы же не надеетесь, что я смогу вам четко сказать, изменяет вам муж или нет? Я просто не знаю, что мне делать. Узнать правду наверняка я боюсь. Если Коля мне не верен, я не смогу простить измену. Ну и жить обманутой дурой я тоже не хочу. То есть узнавать правду вы не хотите, но знать ее хотите. Правда только если вполне определенная. Получается, вам ничего узнавать не надо. Забыть о звонке незнакомки у Жанны не получилось. Она наблюдала за мужем, пытаясь найти хоть какой-то признак его измены. Но Николай оставался таким же любящим и заботливым. И это еще больше злило Жанну. Не нравится? Не пойму, что за повод. Просто хотел сделать тебе приятное. Грешки замаливаешь? Какие грешки? Что я зря все это затеял? Вот и забирай. Любовнице своей отнеси. Какой любовниц? Что с тобой? Продавщице своей Вике. Я и Вика? Что за глупости? Она мне в дочери годится. И откуда ты ее вообще знаешь? Вот мне позвонили 22 числа и все про вас рассказали. Хорошо. Узнаем, кто что сказал тебе. Бесполезно. Я перезванивала 100 раз, никто не отвечает. Хорошо. Попробуем с моего.
Теперь понятно. Это моя бывшая продавщица Даша. Я ее уличил в воровстве. Вот она и мстит мне за увольнение. Вот крыса. Вот только не пойму, откуда же она твой номер взяла? Теперь понятно, почему ты такая. 22 числа ты переживаешь, глупышка моя, ревнивая. Сказала бы мне сразу. Я боялась. Ну почему люди такие злые? Разве можно так поступать? Жанна успокоилась, но ненадолго. Она заметила, что муж начал прятать свой телефон и уединяться во время разговоров. А в выходной день он и вовсе уехал, сказав, что ему срочно нужно в магазин. Жанна тайно поехала следом за мужем. Машина мужа стояла у магазина. От сердца отлегло, значит, он поехал не к любовнице. Но тут Жанна увидела, как муж выходит из магазина с детской коляской. Шутка, родной мой, как я виноват перед тобой. Жанне позвонила неизвестная женщина и сообщила, что муж изменяет ей с продавщицей своего магазина Викой. Жанна потребовала от мужа объяснений. Муж рассказал, что его в отместку за увольнение оклеветала бывшая сотрудница магазина. Муж заверил Жанну в том, что не изменяет ей. Жанна поверила. Но когда муж внезапно сорвался из дома в выходной, решила проверить его. Тогда Жанна и увидела мужа с маленьким ребенком, которого муж называл родным. Знала правду. А какую? Ту, которую хотели, или какую-то другую? Все еще хуже, чем я ожидала. Та женщина, которая мне звонила, может быть счастлива. Она отомстила на полную катушку. Только не моему мужу, а мне. Потому что в этой ситуации страдаю только я. Ну что, как вы тут? Гуляли, тебя ждем. Молодцы. Ну что, сыночек, поедем к доктору? Мы бы и сами могли съездить, но от метро тяжело добираться, да и долго. Прекрати. Ты же прекрасно знаешь, что я всегда готов помочь. Муж не просто мне изменяет с Викой. У них ребенок. А какое это имеет значение? Вы же, помните, все равно не собирались прощать мужу измену? Да это только я на словах такая дерзкая на самом деле. Мне очень больно, но я люблю мужа. Мы столько лет вместе. Я очень боюсь, что Коля меня бросит. Ну почему он должен вас бросить? Он же до сих пор этого не сделал. Это только вопрос времени. Я уже старая. Сын вырос, женился. У него у самого ребенок, мой внук. А Вика молодая. Я видела, что муж любит этого ребенка. Как мне удержать моего мужа? Как минимум, не надо ставить его перед необходимостью выбирать. Делить мужа с Викой Жанна не хотела. Она решила бороться за Николая. Но вместо того, чтобы поговорить с мужем, Жанна отправилась к Вике. А Николай Семенович к поставщику уехал. А я не к нему. Я к вам. Правда? А только если можно недолго, а то мне работает. Я поражаюсь. Как так можно лицемерить? Спит с моим мужем и улыбается мне в лицо. Что, простите? Я, конечно, понимаю, провинциалка, денег нет, а тут он. Пусть хоть и не молодой, но все же шанс. Вы что думаете, у меня роман с Николаем Семеновичем? Когда у людей общий ребенок,
Это уже по-другому называется. У моего сына другой отец, у Николая Семеновича я просто работаю. Простите меня. Вика, подождите, подождите. Простите меня, я просто не сдержалась. Мне сейчас очень тяжело. Я пришла просить вас. Пожалуйста, расстаньтесь с Колей. Оставьте его мне. Вы же молодая, красивая. Вы уже бросите его, как только найдете побогаче. Вот деньги. Если вы жена начальника, это не дает вам права меня оскорблять. У вас такой хороший муж, а вы не заставляете меня продолжать. Жанне хотелось верить Вике, но муж с детской коляской не шел у нее из головы. Устав от сомнений, Жанна решила удержать мужа возле себя женской хитростью. Ты совсем рехнулась? Ты что наговорила Вике? Что уже донесла? А я что, молчать должна? Ты с ней по врачам ходишь, ее ребенка родным называешь. Жан, ты дура? Это не вопрос, а утверждение. Родное – это образно, от переизбытка чувств. Маленький мальчик, ну как тебе это объяснить? А помогал я Вике по-отечески, поддерживал сложность ситуации. Вика пережила изнасилование, забеременела и решила ребенка от насильника отдать в детдом. Бедная, прости, я же не знала, ты мне ничего не рассказывал. А тебе расскажешь, ты все не так понимаешь. Да, я ревнивая, но это все так правдоподобно выглядело. Угу. Довела девочку. Она уволилась. Лучшую сотрудницу меня лишила. Мне так стыдно. Хочешь, я попрошу у нее прощения? Давай ты просто больше не будешь ни во что лезть. В глубине души Жанна радовалась, что все так сложилось. Она надеялась, что после увольнения Вика исчезнет из их жизни. Но муж продолжал поддерживать Вику, и Жанне это не нравилось. У тебя свой ребенок приезжает. Полгода не виделись. У нее что, подруг нет? Пусть через интернет закажет. Жан, у Вики нет денег, она же работу потеряла. Ты знаешь, из-за кого? Из-за тебя, между прочим. Ты матрас поменял? Жан, я быстро, туда и обратно. Я как вернусь, сразу поменяю. Извини, побежал. Чтобы не злить мужа, Жанна делала вид, что ситуация с Викой ее устраивает. Но с каждым днем это давалось ей все сложнее. От мрачных мыслей Жанну отвлек долгожданный приезд сына. Мама, где папа? Андрей Мартынов, 31 год. Менеджер по логистике, сын Жанны и Николая. Женат. По делам уехал. Скоро приедет. Ну, как всегда. Угу. Под матрасом Жанна нашла тест ДНК. В графе «предполагаемый отец» были указаны данные ее мужа, а в графе «ребенок» – фамилия и имя ребенка Вики. Тест подтверждал вероятность отцовства. Что это? Братик у тебя появился. Отец выстрогал. Господи, какая же я дура! Я ведь знала, что у отца любовница. Они мне такой спектакль разыграли с увольнением, с изнасилованием. А я еще прощения у него просила. Мам, ты не плачь. Он приедет, я с ним поговорю. Жанна 100 раз пожалела, что рассказала сыну о Вике. Сын набросился на вернувшегося Николая со скандалом. Ее тебе жалко! А маму тебе не жалко? Ты видел, что с ней происходит? Прекратите! Что все роешь, вынюхиваешь, а? Никак не успокоишься? Веришь мне? Не верь. Ну, таких отношений я не потерплю. Я ухожу от тебя. Коля! Коля!
Жанна была уверена, что Николай ушел от нее к Вике. Она узнала в магазине адрес Вики и поехала к девушке скандалить. Жанна Викторовна, а как вы здесь оказались? Я тебе покажу, как чужих мужей уводить. Да вы что, с ума сошли? Мне больно! Где он? Да кто он-то? Я уже с работы из-за вас ушла. Что вам еще от меня нужно? А ребенка тебе что, ветром надуло? Я видела тест на отцовство. Совпадение почти 100%. Какой еще тест? Я его у мужа нашла. Видимо, хотел удостовериться, что ребенок от него, а не втюхиваешь ему нагуленного. Так вот оно что значит. Теперь понятно, почему он мне помогал. Совесть его замучила. Меня изнасиловали почти 2 года назад. Уголовное дело тогда завели, но я в лицо насильника не видела. Он на меня со спины напал в магазине. Его так и не нашли. А я теперь знаю, что это ваш муж. Я его посажу. Жанна заподозрила мужа в связи с продавщицей из его магазина Викой и наличие у них общего ребенка. Но муж объяснил Жанне, что просто поддерживает Вику, пережившую изнасилование, после которого она и родила сына. Жанна поверила, но вскоре нашла дома тест ДНК, подтверждающий отцовство мужа. Узнав про тест, Вика заявила, что теперь знает, что ее насильник – муж Жанны, и пообещала посадить его. Мне кажется, что все это страшный сон. И я не знаю, как поступить в этой чудовищной ситуации. Ох, Жан, может, хватит уже как-то поступать? По крайней мере, до сих пор ваши шаги никак ситуацию не упрощали. Но мне жаль Вику. Все это ужасно. Вы знаете, ведь Коля, мой муж, вернулся домой. Что ты, милая моя, хорошая? Я ведь люблю тебя больше жизни. Я тебя никогда и никому не отдам и не предам. Только прошу тебя, верь мне. Просто верь и успокойся. Я не верю, что Коля такое мог совершить. Он не такой. Ну, а сам-то он что по этому поводу говорит? Он не знает, что я говорила с Викой об изнасиловании. Что показала ей тест. Мне бы пришлось рассказать ему, что я его подставила. А я боюсь. Зачем я только пошла к Вике и показала ей этот тест? Ну, положим, ситуация началась точно не с вашего похода к Вике. Ситуация началась как раз с изнасилования. Так что, может, неплохо все-таки выяснить, что же там произошло на самом деле. Ну, или, по крайней мере, версию мужа выслушать. Жанна решила спасти мужа от тюрьмы и призналась ему в том, что Вике известно о тесте ДНК. Идиотка! Коля, тебе надо бежать. Я уже договорилась с подругой. Она нам на сдачу во Владимирской области на первое время. Жан, я не насильник. То есть ДНК не мой биоматериал. Вот он, самец-осеменитель. Мам, пап. Что происходит? Сыночек, зачем ты это сделал? Что? Он как Вику в магазине увидел, запал на нее. Решил подкатить. Она ему отказала. Он у нас гордый. Отказов не терпит. Решил подкараулить ее. Силой взять. На складе. Свет вырубил. Девочка даже и пикнуть не успела. Мама, все не так было. Да? Как дружкам своим хвастался. Я же телефонный разговор подслушал. Сначала не поверил. Сделал анализ ДНК. Всего биоматериалом под своим именем, чтобы проверить. А? Теперь тебя посадят, сынок. Конечно, проверят тест ДНК, да?
видит, что не я отец. Вот так вот. Это ты во всем виноват. Зачем ты вообще полез в это дело? Зачем заботился об этой Вике? Зачем? Коля! А затем, что грешки твои отрабатывал, да? Потому что мы ей по гроб жизни обязаны за вину нашу, внуку нашему. Теперь ты поняла? Викин ребенок не мой сын, это наш с тобой внук. Смотри, благородный какой. А я теперь что? Я теперь сяду, да? Андрей! Давно пора. Зря я тебя сразу не сдал. Покрывал выродка. В голове у Жанны не укладывалось, что ее сын стал насильником. Муж Жанны не собирался больше ничего делать для спасения сына. Жанна поехала к Вике. Мой муж не насиловал вас. Конечно, что только не сделаю, чтобы выгородить своего муженька. Вас изнасиловал мой сын Андрей. Кто? Я готова на любое ваше условие. Что хотите, пожалуйста. Деньги, квартиру. Только не сажайте его. У меня только одно желание. Я хочу, чтобы ваш сын умер. Умоляю вас. Каждый может оступиться. У вас же тоже сын. Поймите меня, как мать. Вика, пожалуйста. Коля, подожди. Ты не положил. Я же Мишеньке купила. Я не могу взять. Если Вика узнает, она откажется. Это жестоко. Я не могу перестать общаться со своим сыном и его ребенком. Почему я должна выбирать между внуками? А ты бы дала своего сына матери человека, который бы тебя изнасиловал? Особенно той матери, которая его поддерживает. Вика не стала заявлять на сына Жанны только из благодарности Николаю. Николай разорвал отношения с сыном, и поэтому Вика разрешает ему общаться с внуком. Жанна страдает от того, что не может видеть внука, но отвернуться от собственного сына она не в силах. С одной стороны, конечно, здорово, когда человек вместо того, чтобы просто жаловаться, ныть или страдать, активно ищет, что бы такое сделать, чтобы ситуацию изменить. Но с другой стороны, насколько было бы лучше, если бы он при этом еще и думал, что сделать имеет смысл, а что делать ни в коем случае не стоит. А Жанна, похоже, даже не подозревала, что перед совершением действия можно подумать, чем оно грозит, что оно обещает, и нужен ли ей именно такой результат или какой-то другой. Ну, представьте себе, гуляет Жанна, видит, о, какой замечательный шатерчик, надо посмотреть, что там внутри. И нет, чтобы подумать, а что ж там может быть внутри, чем все это может закончиться, Жанна входит внутрь. А внутри? А вот что внутри. А она уже там, между прочим.